Жозе, что это ты делаешь? Сажаю морковку для вкусного морковного торта. Вот только растет она так медленно. Наберись терпения. Чтобы вырастить любое растение, нужно время. Что такое, Жозе? Там что-то есть. Угу. Смотри, что я нашел. Ого, сундук. Может, внутри сокровища? Сокровища? Самые вкусные конфеты? Сейчас узнаем. О, никак не открывается. Отнесем его в дом и попробуем открыть там. Как здорово получилось! Что там внутри? Сокровища? Нет, только блокнот и карандаш. Блокнот желаний. Загадай желание, и оно исполнится. У тебя есть 3 желания. Используй их только в крайних случаях. Ура! Это как раз то, что мне нужно. Теперь мне не придется ждать, когда морковь наконец вырастет. Жозе, ну там же сказано, что загадывать желание нужно только в крайних случаях. Морковный торт – именно такой случай. Я нарисую свое желание и сразу же уберу блокнот. Смотри, морковный торт! Прямо как на рисунке. А на вкус? Безвкусный. Не может быть. Дай-ка попробовать. Фу! Блокнот все неправильно понял. Он сделал красивый торт, как на картинке, но забыл о вкусе. Лучше тебе приготовить торт самому, Жозе. Ты прав. Любой торт должен быть вкусным. Я нарисую другой рисунок. Рисунок? Я думал, ты подождешь, пока вырастет морковь. Конечно, подожду, но только недолго. Та-дам! И что? Где же моя морковь? Что происходит? Жозе, смотри. Морковь выросла, вот только она гигантская. Блокнот опять меня не так понял. Зато теперь морковок мне хватит на всю жизнь. Давай я помогу. Жозе, смотри, морковь вот-вот перевернет дом. Все совсем не так. Я хотел морковный торт, а получил морковный дом. Поторопись, надо скорее их вытащить. Я знал, что с этим блокнотом что-то не так. Ты должен стереть свои желания. Стереть желания? Точно! Что ты нарисовал, Жозе? А вдруг станет еще хуже? Ластик? Надеюсь, сработает. Жозе, получилось! А морковь все-таки осталась? Ура! Не зря я все-таки ждал.